Смотри, сейчас его зомби сожрет. Ух ты! О, мой, он взорвался. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега. Как всегда, отличное настроение. Сережка, поздоровайся. Всем приветики, млечки. Как и обещали, мы будем проходить Некрофобию третью часть, потому что вы поставили 2300 с чем-то лайков. Поэтому, если опять укушите, приятного аппетита, а у нас третья часть Некрофобия. Погнали! Так, ну что, мы закончили в психушке, да, насколько я помню, ту серию? Да. Так, открывай калитку. Так... Можно сразу оружие взять, ты же помнишь, что вот эти есть зомбаки? Я возьму дробаш сразу. Так, ну давай сначала, наверное, направо сходим. Серега скончался, так бывает. Так, насколько помню, здесь надо ломать ящики. Блин, люблю хорроры проходить, это очень круто. Так, здесь трупейшн лежит. Че, Серега залагала, да, что-то? Да, да, да. Опа! Бочка выкатилась. Так, Серега, тут уже хэдкрабы вонючие бегают. Вонючие хэдкрабы, надо их всех перебить, Дима. Тихо-тихо-тихо, здесь как всегда сейчас будет скример или что-то. Наверное, оживет. Кто-то оживет. Я как и сказал. О, ты че, чувака телепает током. Он живой? Все, уже не живой. Живой. Да мертвый, мертвый, блин, такие. Смотри, тут. На всякий случай проверим, все нормально. Так, аптечка не надо. Блин, офигенная карта. А к чему мы тут отключим? Надо здесь, видишь, подключить. Что, ага. Офисга? Батарею надо. Ой. Сломал? Да не, я сделал вот назад. Значит, это просто декорация, Серега. Это никакой роли не играет. Точно? А чего она тогда ждет? Ах ты! Или... А, нам надо батарею найти, Дима, кажись. Там что-то про батарею сказано. Да, надо сюда батарею вставить. Ну что, значит, надо нам идти на ту часть карты. Здесь все проверяем. Ну, когда ее возьмем, будет же надпись на экране по любасику. Да-да-да. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Если этот ролик наберет 2000 лайков, мы сразу снимем офигенную карту хоррор. Подписчики нам скидывали очень много крутых карт, поэтому есть что записывать. Идем потихонечку, не спеша. А тяжелый аккумулятор, тяжеленный. Конечно же, тяжело литий. Ну что? О, калитка открылась. Опа. Подожди, Дима, какой-то... На тебя труп упал. Да, а я его даже не прочувствовал. А там видишь, меня... Серега, надо бояться живых людей, а не мертвых. Уничтожители ящиков. Так, жидушки нам не надо. Опа! А жил кто-то? Это страшно. Блин, так звука... Какой-то голодный зомби здесь Серега ходит, хочет нас сожрать. О, нам сюда. Дима, ты что, не видел, черный человек тут был? Не, видишь, я очень напряженно прохожу. Так, там никого нету. Вообще правильно идем? Не знаю, да, раз мы... Ну идем, пока мы проходим. Дима, ты все скримеры пропускаешь. Почему? Они не срабатывают почему-то на меня. Я и не быстро иду. Все, буду идти потихонечку, чтобы ничего не пропускать. Может, на монтаже уже увижу все? Так, что-то не открылось. Обратно надо идти. Ты думаешь? Видишь? Да. Ну не просто так же мы... Подожди, а что там вообще? Ладно, идем назад. Это значит, в дальнейшем сюда надо попасть. Наверное. Мы что-то открыли, видимо, там. Да-да-да. Сейчас найдем. Мы же профессиональные проходильщики карты. Кто там орет? Кто-то с туалета реально орал. Шипит еще, да? Так, да. Так, здесь мы были, да? Нет. Ух ты! Так, отсюда мы пришли. Значит, нам сюда, Сережечка. О, чувак стоит за окном, смотри. Да, мы здесь. Открывай. Сзади зомби идет, чувак. Смотри, сейчас его зомби сожрет. Ух ты. О, мой, он взорвался. Напоминает мне игру с Dead Space. Там есть такая тоже сюжеточка, когда женщина взрывает зомби. Ребенок зомби, блин. Да, она обнимает его и там, короче, да. Так, я взял карточку. Эй, отвали! Серега, помогай! А как я тебе помогу? Назад. А, да? Придется справляться самому с этой тварью.
Так, где-то ключ-карточка здесь была. А ты ее подобрал, видимо, уже. А ее надо было в руках нести, не? А значит, взялась. Так, возьмем жетушечки себе. Так. Здесь взорвалась эта штука. Значит, тут открываем? Нет. Не, вот тут ключ-карта нужна. Ой, опять эта мелкая. Да ну. Ключ-карта. Да, значит, ну я про... Значит, она там валяется где-то. С зомбаками. Может, она забагалась? Да. Так, отлично, Сережка, идем. На улице гром такой. Иду потихонечку. Ну-ка, вот и лично. Эй, ты говно в лицо прям прыгнул. Молодец, Серега, псих. Заряжаемся. На всякий случай. Ты вообще... Ах ты, блин, я скример поймал. Серега, видишь, сзади тебя был скример. Да. А чё так? Ого. Там, короче, газ, надо, наверное, перекрывать. О, так это зараженный зомби. Нифига себе жахнуло. Блин, прикольно сделано. Еще таких зараженных я не видел. Прям самописный мод. Эй. Это за пределы. Слышь, тут мухи летают, прям озвучечка такая. Зеленые хаткрабы. Так, два ящика ломать. А, вот проход, Серега. Сюда. О, хэдкраб, иди сюда. Ох ты, блин! Ты упал? Да, я упал. Я лечу, Дима. Я вижу. Слышишь, как тут вода журчит? Да. Какие-то послякоти идут. В носовках. Так, да, блин. Надо мод скачать на ноги, чтобы было видно. Эй! Ой, ребята, вы видели? Это было эпичненько. Ломаем ящики обязательно. Блин, девякотня такая. Так, там точно ничего нету, да, Серега? Нет, аптечка, отлично. Блин, какой он там подвал вонючим. Напоминает подвал, как у нас в доме. Кто там крякает? Ты слышал? Черепа валяются какие-то. Я думал, черепахи сейчас скажешь. Так, газом воняет. Не зажигай спичку, Дима. Заряжаемся по максимуму сразу. Ой, ты, блин, испугал. Этот красный челик нас преследует с самого начала. Ты его тоже видел? Да. Погоди, Дим, туда. Давай. Умеешь пользоваться, да? Конечно. Ой, молодчик. Хэдкраб, отвали. Так, горгулья висит. Тварь. Барнакл. Это барнакл. А я, у меня все горгульи, короче. Хотя горгулья это вообще не та штуковина, но это ладно. Что это было? Не знаю, что-то упала бочка какая-то. А, эта ступенька отвалилась. Так, жетушки не надо. Че, блин, мухи летают. Так, сейчас оживет, по любасу. Ах ты, тварь, ты видел, прям перед лицом. Опа, а давай сюда сходим. Блин, запутанная карта. Блин. А, да, нам сюда. Шахту какую-то мы попали. Еще тут зомби идут. Там сзади кто-то, да? Патрончики, отлично. Чё за звуки? Вот и звуки. Так, меняем оружие. Блин, офигенно сделано все. Прям лучшая карта из хорроров. Всё антуражно так. Это разве не те камеры, в которых мы сидели, а? Да.
И вначале в чекушке вообще сидели. Да, это эти камеры. В камере для психов. Получается, мы сейчас там, где security. О, зомби стоит за окном. За нами следили, короче, Дима. О, я магнум взял. Давайте магнум возьмем. Ты че, кто там? Дурак, что ли? Магнум. Дохни. А я могу стекло разбивать и проверим? Неа. Так, давайте же тушечки пополним. Так, Серега, ты где? Я тут стою у двери. Ах ты! Блин, смотри, он меня выкинул, получается, с квартиры. Ой, из дома. Пошел вон. А тут, смотри, зомби. Да, зараженный. Там тоже в комнате был зараженный зомби. Так, а что делать? О! Нифига себе жахнуло. Ага, нам сюда. Рычит, пердит. Ну да. Кстати, хочу, ребята, сказать, что эта карта весит всего 6 мегабайт. Вы поняли? Это очень мало для карты. Ты смотри, грамотей. Опа, я какую-то кабаку взял. А, костюм. Так, сюда, Сережечка. Ты что, карта запутанная, А, тут было сначала закрыто, мы потом сюда пришли, а уже открыто. Уничтожители ящиков. Значит, нам сюда. О, вот комната, в которой мы были. Или вот это вот, наверное, вот это вот комната. Реально чем-то Dead Space напоминает Диму. Да, я же говорю, даже это заставка это была. Отсылочка. Да, вот, блин, реально, Dead Space. Серега, а ты где? Я тут. Застреваю. Угу. Опа, патроны, костюм. О, вот телевизор и камеры здесь за нами следят. Так это комната охранника из PSRI. Да, security. Бич. Так. Ну, все правильно, пока мы сидим. Шизоиды стоят. Точно. Так, подожди. Нельзя разбить. Чекпоинт 3. Ах ты! Серега, тебе должен как-то помочь. Спасибо. А тварь, а? Да ты сдохнешь. Ты смотри, блин, они напали резко на меня. Немножко очко нейшн. Так, надо тут гранату кинуть, чтобы мне патроны не тратить. Ой, и труп там сразу уничтожил. Блин, ну прикольно, гранатка я люблю пользоваться. Так, ну что, давай туда. А, ну что тут у нас закрыто? Погнали. Эй, мужики, прекращайте. Я добрый. Пока, мисс, что? Что там, двери, да? Тут аптечка, это я обратно вернулся. Понял. А эта вода не дамажит? Нет, эта вода не дамажит. Ты тварь! Серега, что, гранату зря кинул? Да. Так, Серега. Хорош, зачищено, хорош. Да. Ну, потому что ты видел, они хотели нас убить. По-другому никак. Эй, еще? Кто там дышит? Не знаю. Эй, там хоть крабы. А ну, Серега, отойди. Я РПГ-ха фигану. Проходи. А, ты тут двух убил. Ну да, они хотели нас тоже убить как-то. Блин, застреем. Так, тут, наверное, надо... А, да, мы можем выйти так. О, патрончики. Так, что у нас тут? Огромная все-таки карта. И это 5 мегабайт, да? Наверное? 6 мегабайт. Улица. Ого! Че, топор? Лопата. Так, Серега, нам надо ключ найти. Я нашел ключ какой-то. Все, выходи на улицу. Подходи до двери. Отлично. Все, сваливаем. Не-не-не, это еще, наверное, не конец.
Ты же знаешь, что эта карта длинная будет по любасу. О! Мочи, мочи, мочи хоть крабов и зомбаков. А их тут много, да? Чтобы спауна не было, как всегда надо пройти что-то, тогда будем сразу проходить. Так, сюда нельзя зайти. Не, почему? Можно? А, можно, убили, да. Иди сюда. Так, сейчас, 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 тут как всегда может что-то за могилами быть. Не, все нормально. Сюда, сюда, ну куда ты ушел? А? Иду, иду, все четко. Вот, заходи, заходи, вот. Захожу. А, тут могильник. Залазить? Ну-ка, я давай залезу. Или может быть труп надо, может кости? А, надо собрать. Ложи его сюда, слаживай все. Во, смотри. Офигеть, мы что, пацана собираем? Да. Офигеть. Рыгает. Ой. Еще, да, что-то? Когда ложишь, да. Хавает как будто кости. Как собака какая-то. О, я видел его. Надо было фотографию поломать, я фотографию сломал. Сломал? Да, и вот, так, и вот такое вот шипение произошло. Там, кстати, тоже фотография, может, ее тоже надо сломать? А, наверное, надо поломать все. О! Здесь, здесь, смотри. О! Призраки? Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Серега, поджигай хоррор!